Всем привет, меня зовут Жава Аронко Владислав. В какой сфере работаете? Я самозанятый, работаю на себя. Сколько занимаетесь уже бегом? Бегом занимаюсь активно в течение года. Гаджеты, если используете, то какие? Часы, наушники? Я использую телефон и часы Sigma. Любимая дистанция, в которой принимали участие? Это забег на 10 километров. Любимая гонка? По факту оно у меня было единственное, это весенний полумарафон. Шоссе или трейл? Больше опыта в трейле, так как бегал в основном по пересеченной местности, по лесам, в горке. А нравится? Нравится. Почему выбрали бег? Ну, как правило, бег заставляет человека работать не только физически, но также умственно. Вот. И я думаю, бег закаляет не только тело, да, и дух, также характер. Что ты можешь пожелать людям, которые хотят бегать, ну или думают начать заниматься бегом? Что я хочу пожелать? Самое главное, не спешить в этом деле, начинать с маленьких шажочков. Как на моем примере, я бы сказал, я это начинал с 600 метров. Ну и вот через год я пробежал свой первый полумарафон с временем в 1:52. Я считаю, это хороший результат. Но главное в этом подходе было именно частичность, то есть часто, но понемногу.